Звездочка. Попробуем звездочку сделать. Ставим. Руки так, помню. Не сделаем. Мужская, женская. Да, забыли. Мужская, женская, вы помните? Стер одну палец. Важная вещь всегда, да? Хорошо. Представьте, что мы рядом с правой рукой. У нас даже физическую руку. Вот у нас есть практика даже, когда ты смотришь на свою правую руку, это все руки ваших родичей. Давайте по-старому немножко сделаем. Вот это руки твоего отца, она же похожа генетически. Деда, прадеда, прапрапрадеда, прапрапрапрапрапрадеда, а это все твои бабки. Женщины все твои бабки. Давайте по-старому сделаем. Родичи, по мужской линии, возлюбленные родичи, я посылаю свет своей любви вам. Представьте, что поток любви входит в руку. Любимую, любимую, любимую. Поцелуйте, приложите к колбу, сниму вас, благодарю, что вы были, благодарю, благодарю, поцеловали опять. Приложили колбу. Приложили колбу, представьте, что поток света из вашего лба идет в бесконечное пространство. Любимые, любимые. Я посылаю вам свет своей любви, силы, мудрости. Каждому из вас, кто упал, поднимись. Любовь, любовь, любовь. Это будет так. Ясно, 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 ясно. Хорошо, любимые. Рука ваша. Женщины, мои дорогие, посылаю свет своей любви вам всем. Целую ваши руки. Благодарю, люблю, 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 люблю. Да будет так, да будет так. Посылаю свет своей любви. Кто упал, поднимись. Благодарю вас за формирование это тело. Любовь, 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 любовь. Все ваши лучшие качества, любимые мои родичи, я обвиняю себя, умойте лицо. Яс, яс. Свет, свет во мне. Я благодарю вас. И благодарю вас. И мужчин, и женщин. Благодарю вас. Ничто не напоминает намаз. Понимаете, откуда пришла? Из древней традиции. Запомнили ли вы? Мужская, вы к генетике относитесь. Туда. В этот момент могут прийти родичи. Старшие в роду бывают, приходят, смотрят, что, кто посылает волну людей. Растворяется множество энергии. Поцеловали, послали энергию. Поблагодарили. Поцеловали, послали энергию, поблагодарили. Соединили это все в себе. Приложили к сердцу. Вернулись вправо, поблагодарили влево, по-женски, по-мужски и по-женски поблагодарили. Руки накрест. Делали это и прямо, и на все четыре стороны света. Уяснена обрядность. Если вы это сделаете на восход или на закат, если на закат и, например, захотите, пусть все негативные энергии в моем роду растворятся, встал на закат и попросил. У вас такое столпотворение рядом с вами будет, потому что редко кто делает с генетикой, работает со своей. Через некоторое время вы будете больше света проводить через себя. У вас там изменились родичи. В прошлом вы уже изменились, его же светоносность уже другая у вас. Это всех ушедших, да? Да. Может быть, некое напряжение пойти, перенапряжение, когда поклонились, в следующий раз чуть подольше.
не перегружайте себя. Не надо очень долго. Вы чувствуете, вот, если в сердце задавило, затылок, лоб задавило слишком сильно, поблагодарили, спасибо, а расслабились. Искусственно расслабились, поток света, гармонии в себя. Это важно. Как только перегруз в сердце особенно, перестать. Иначе иммунная система может посадить, можете там простудой заболеть, там еще что-то. Перегрузиться не надо. На восход, когда вы берете, пусть все новые качества силы, света, свой свет каждой своей душе. Но и днем вы можете делать и то, и другое. На закат, на восход это просто очень символично и очень большая энергия приходит. Вот. Вы можете на восход, когда солнце восходит, очень сильно наладить свой организм. Новые энергии свежести взять, и каждому разу и вас, это в генетике изменится. Это просто, но если вы запомните этот обряд, будет очень хорошо. Не бойтесь ничего пропустить, что-то там повернуться вправо, влево, там вспомнить. Это все очень просто. Достаточно все условно. Главное тут сердце, рабочий момент. Сердце. Даже если вы просто от сердца помолитесь, или пошлете свет, не совсем все будете соблюдать, там, когда, ничего страшного. Это все. Не надо бояться, что вы что-то сделаете не так. Просто попробуйте еще раз.